6 ноября – день иконы Божией Матери, всех скорбящих радость. На иконе изображена Богоматерь в сиянии мандорлы, окруженная людьми, обуреваемыми недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от ее имен. Согласно преданию, образ впервые был прославлен в 1688 году в Москве. Благодаря молебну у образа Богоматери в храме Преображения на Ордынке излечилась от тяжелой болезни раба Божия Евфимия, родная сестра московского патриарха Иоакима. Чудесное исцеление произошло 6 ноября. В память об этом было установлено празднование. Эта икона особенно близка сердцу православного человека. Особой чудодейственной силой обладают молитвы перед иконой. Она спасает во многих сложных жизненных ситуациях, при неизлечимых болезнях, при алкоголизме и наркомании, утоляет печали, при душевных расстройствах. Друзья, если хотите получить больше информации, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Молитва перед иконой Богородицы, всех скорбящих радость. Царица моя преблагая, надежда моя, Богородица, приятелище сирых и странных предстательница, скорбящих радости, обидимых покровительница, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мя яко странна, обиду мою весе, разреши ту, якого лиши, яко не имам иные помощи. Разве тебе не иные предстательницы, не благие утешительницы? Токмо тебе, о Богоматя, яко да сохранишь имя и покрыши. Во веки веков. Аминь.